Всем приветики! Купил себе набор прищепочек. Вот в таком пакетике они были. И это не просто прищепки, это очень милые, милые прищепочки. А выглядят они вот так, в виде котиков. Такие улыбающиеся котики. Такой сидит котик, улыбается с ушками, с лапками, передними, задними и хвостиком. И получается, когда они на вешалке у вас просто висят, без одежды, как бы, ну, то есть, когда просто на веревочке висят, то они висят вниз головами. Но когда вы ими что-то защепляете, какую-то одежду или полотенюшки, то они у вас так вот сидят. То есть вы заходите, ну, то есть, если вот вы постирали белье какое-то и все прищепили такими прищепочками, то когда вы зайдете в сушилку или на балкон, у вас по всей линии будут такие котики сидеть. Ну, их мало, 8 штук, но я хочу еще набор купить, чтобы у меня было много таких котиков. И будет прикольно, когда постираешь вещи, и там сверху чисто такие котики будут сидеть. Заходишь, там по всей вешалке такие котики сидят и улыбаются. Это очень мило. Вот. И по идее они крепенькие. Вроде кажется, что этот хвостик должен сломаться, что он маленький, ну, тоненький, но вроде нет, он крепенький. Правда, неудобно браться вот так, но вот двумя пальцами вполне удобно. Так что такие вот котеечки теперь у меня сидят и сушат мое белье. Да. Так что такая вот покупочка миленькая. Жалко, что их мало, и, ну, 8 штук всего лишь, но они милые. Кстати, из всех прищепок, что там были, эти были самые дорогие. Там были по 2 рубля, по 2,5, по 2,98, а эти по 3,50. То есть самые дорогие. Ну, по это в белорусских ценах я говорю. Вот, и... Но я не пожалел денег, потому что, ну, они милые. Вот такие вот котейки. Так что у меня такая вот обновочка. Другие прищепки я бы не показывал, но эти... Эти захотелось показать. Они такие миленькие. Вот. Ну, а на этом все. Всем покедово.